Сегодня днем ушла легенда российского телевидения, невероятно талантливый российский радио- и телеведущий, киноактер, кинорежиссер, бывший руководитель мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания Останкино. Известен как создатель и постоянный ведущий телепрограмм, в разное время выходивших на НТВ и Первом канале. Имя Александра Гордона хорошо известно не только соотечественникам, но и зарубежным зрителям. Его без преувеличения можно назвать корифеем российского телевидения, потому что за долгие годы работы он выпустил несколько сотен интереснейших эфиров. Александр Гордон – фигура противоречивая. Его отличает категоричность и принципиальность суждений, он никогда не отказывается от своей точки зрения, даже если она не совпадает с мнением окружающих. У него много поклонников, но и не меньше противников, которые осуждают его манеру поведения. Может быть, именно это помогло ему стать самым известным и популярным ведущим современности.